своим трум, и вышла обнова наконец в Chicken Run. И первое, что у нас появилось, это рюкзаки. Я них купил все. Вот, вот такой. Я все не купил. У меня все вещи, как есть в Chicken Run. Также появились вот такие штуки, какие можно надевать. Появились. Также еще появилось такое. А, вот это самая 300 большая стоит. А не с двух сторон, потому что еще. Ладно, ребят, и еще у нас появились новые кепки. Я купил все, что еще у меня в Chicken Run есть. У меня все вещи есть, какие можно надеть минимум. Минимум все вещи есть, какие можно купить в Chicken Run. И вот начиная с этого. И как вы видите, можно сделать такой скин. Давайте такого осьминога надеть. Также глаза. Как не забыть про глаза? Можно такие надеть. И также рюкзак давайте поменяем. Вот примерно такой. Да-да, как же без машин? Мы про них забыли. И вот эта машина 199 монет стоит. Обалдеть. И посмотрите, у нас теперь крабка 4, крабка 0.3 обновление. И еще у нас появилось монстры. Вот этот бесплатный монстровед также. А вот этот очень быстрый. Я только вопрос, почему у него тела нет. И, кстати, вот этот паук, он не стреляется, вроде, как я помню. Из ботинков у нас ничего не появилось. А клюв появился. Он вроде как 99 монет стоит. И как же без оружия, наконец. Я дождался этого момента, это оружие вышло. Наконец, я дождался. Короче, посмотрите. Вот 72 удара и 95 точности. А этого они почти одинаковы с уроном. Ну, с точностью не так. А короче, новое оружие. А вот новое оружие стоит 10-25 монет. И смотрите, что я заметил. Вы заметили теперь у той свиньи в руке какой-то пистолет? И как вы видите, новые кнопки появились. И начнем с первой новой кнопки. Короче, здесь эта новая карта, нее можно создать, можно нее создать. И, ребята, и так на этой кнопке еще можно зайти на любые онлайн другие серверы. Также появились новые вещи. Как? Здесь меньше стекло появилось, и каплику больше, и еще больше. И багам теперь не надо делать никакие стекла. Багам теперь не надо. Ну, через них ничего не видно. Ну, мне кажется, баг лучше, чем вот эти стекла, потому что даже них сквозь нельзя пройти. Там же нам добавили матрас, на каком можно сидеть. И кайфовать жизнью. Кайфую. Также нам давали огромное поле, только где это оно. Я его не могу не заспавнить, Также вот как все выглядит здесь. Здесь обустроили же люди. Короче, там портал можно поставить, перепотироваться. И вот наше поле, вы видите его. Ну, короче, оно огромное, на нем можно воевать. Фаюем. Давайте сейчас заспамним монстра. Блин, здесь монстр не заспамнит. Также еще появилось что у нас? У нас еще появилось вот такое маленькое и каплику больше. Короче, я не знаю, это просто украшение или что.
Также у нас деньги появились из карты школа вроде. Как. Деньги. Да, это здесь выглядит как бумажка. Также у нас появилась сейф, где можно открывать и ложить вещи. И из еды у нас не появилось, но посмотрите, я сейчас маленькую буханку положу. Вот, например, маленькую буханку. Или деньги положить можно. И давайте еще деньги положим, попробуем. Деньги. Деньги, 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 деньги. О, деньги прям по размеру, кажется. Вот посмотрите, ни одной капли не торчащей. А вот когда открываешь, деньги прям ровно выглядят. А это нам покажет, как будто криво. Короче, больше у нас не появилось ничего. А приходим к следующей кнопке. И другие режимы нажимаем. И вот она, новая кнопка. И, короче, смотрите сейчас. Я зашел, и у нас просите, чтобы видите 22 какие-то скрытые документы. И смотрите, вы видите вот эти кубики? Здесь, короче, монстры заспавниваются, какие тебе будут мешать проходить карту. И здесь можешь добывать разные вещи, но здесь монстров нельзя спавнить. Короче, вот смотрите, надо нам собрать несколько таких блоков. Меня паук стреляет. И, короче, смотрите, меня убить, потому что они нам мешают. Вот. Я здесь быстро же справляюсь. Я же вроде... Как? Надо будет аптечку потом взять. И... Короче, здесь оружие появляется, но они... У вас здесь будут только оружие, какие у вас будут есть. Здесь можно будет из ящиков добыть оружие, но у вас с самого начала будут все оружия, какие всего будут. А вот посмотрите сейчас, вот оно оружие, вот как оно в инвентаре выглядит. Вот как оно стреляет. Давайте погромче. Вот оно... Подзарядка. Надо его валить. Уже очевидники. Офигеть, вы видели? Это скример. Как будто. Так. Так, еще вот. Ищик. Да блин, что они меня находят, ребят? Они очень быстрые, вы видите ли. Давайте вот так сделаем. Мне кажется, так быстрее будет. Буду вот этим оружием убивать. Так, у нас уже 16, вы видите? Я вообще здесь не знаю, сколько дают монеток. Знаешь, что карта очень класс. Вот, вот там. Где-то. Где? Да, сейчас, сейчас. Там улица. А. Вот, смотрите. О, еще два. Так, ребят, надо их убить быстрее. Так и... Щитку забрать нельзя. Так, надо забрать. Сейчас мы узнаем, сколько нам монет дадут. Секретный. Еще там один. Мне кажется, близко возле него. Все бежать на последнюю. Сейчас мы узнаем, сколько нам дает монет. О! Уже вы слышали. Быстро это в доме вроде.
Давай, пацан. Да, добрый. Это он. Да блин, вы что такие умные? Это он, монстры такие умные. А. Давай, мне интересно, как вертолет будет выглядеть. Садись, полетели. Ребят, мне интересно, какая концовка. Сейчас посмотрим, какая... Чего? Ну, куда это попали? О, наконец утро. Вы видите, сколько нам 200... Нам серьезно дали 250 монет. То есть мы можем уже купить даже вот это оружие новое. Если два раза победить, мы сможем купить лазерное оружие, вроде как. И... Короче, офигеть, ребят. О. О май гаш. Смотрите, ребят. О май гаш. Так можно видео снять, типа, на усы. Вы смотрите, знаете, сцена клёвая, но сейчас прямой эфир даже идет. И, короче, я здесь сплю, типа, он там спал на острове, я снимал видео. А прямой эфир он сейчас другой снимает. Это вчера в Владе видео было снято. Кстати, сегодня еще выпустил одно видео. И да, конечно же, я ребятам забыла одно показать. И ребятам он забыл показать вот эту тачку новую. Вот этот. Посмотрите. Смотрите. Она довольно не так уж и быстрая. Сейчас будем рабиться. Так. Мне кажется, море бесконечно. Я хочу увидеть море. И давайте попробуем делать. Вы видите, насколько мы сильно улетели? Ладно, давайте попробуем сейчас улететь. Ой, четыре. Погнали. Ладно, а с вами был Трум. Всем пока.